Вадим Трапетников. Саша Ленышев, Александр Андреевич. Камилов Алтул, Канипов Алтул. Кочерба Полина Сергеевна. Графов Арсений. Стеша Доронина Вячеславовна. Алиса Жудак. Кузнецов Григорий. Матвей Лапин Константинович. Лещук Петр Иванович. Тимоша Моичи. Меня зовут Клим Масунов. Муратова Катя. Меня зовут Ваня Гуманова. Лариса Малышева. Я Артемий Похотин. Печерина Ульяна. Меня зовут Ева Пыталь. Отчество Васильевна. Злата Попова. Меня зовут Арсений Сараскин. Фамилия Сараскин. Отчество Константин. Меня зовут Милана Сироткина Евгеньевна. Артём Фёдоров. Лера Шаровгалеева. Арина Пенигина. Хочешь хорошее настроение на весь день? Делай веселую зарядку вместе с нами! Здравствуйте, ребята! Здравствуй! По утрам не ленись, на зарядку становись! Хлопаем в ладоши, хлоп-хлоп-хлоп, топаем ногами, топ-топ-топ, двигаем ушами, раз-два-три, очень мы смешные, посмотри! Веселее танцевать, чем лежать в кроватке. Рисованием, красками и карандашами. Спортом. Нравится рисовать и бить пластилином. Мне очень нравится гулять. Мне нравится заниматься рисованием. Книжки читать. Лепить. Рисовать. Играть в кубики. Бывать на улице. Просто знакомый есть, можно пообщаться. Играть в Лего и играть в Киндовы. Рисовать. Мне больше нравится заниматься. Самолетиками рефов. Гулять. Радиозавра. Рисовать. Мне нравится играть в конструкторы. Рисовать. Играть в машинки, собирать лего. Мне нравится читать. Играть в лего. Рисовать. Заниматься заданиями.
всякими. Еще быть дежурной. Сегодня на завтрак кукурузная каша. Если весь день впереди, и-хо, если весь день впереди, завтрак всегда заряди, и-хо, завтрак всегда заряди, завтрак всегда заряди, и-хо, завтрак всегда заряди. Бодро на кухне иди, и-хо. Хлопья в тарелку клади, и-хо, хлопья в тарелку клади. Не достает пустяка, и-хо, не достает пустяка. Просто добавь молока, и-хо, просто добавь молока. Просто добавь молока, и-хо, просто добавь молока. Математика, русский язык. Мы рисуем, лепим, гуляем, играем, спим и кушаем. Ну, пластилин, рисование. Ну, где мы животных рисуем? Ну, проходит... У нас проходит грамотный, вот это. И еще у нас проходит, ну как в школе-то, я забыла. Эксперименты-то как? Математика. А мы пишем прописи, мы делаем всякие поделки, рисуем. Аппликация. Ну, мы обычно занимаемся математикой, прописями. Математика, аппликация, лепка. Ну, начало у нас. У нас есть несколько заданий, там, с тетрадками, лепить, рисовать, там. Мы гуляем, кушаем, там, физкультурой. По физкультуре, по пению, по математике, по буквам. Играем, гуляем, спим и кушаем. Тогда... Проходит занятие, где мы занимаемся самолетиками, да я папа, и еще занимаемся по тетрадкам. Мы гуляем, спим и гуляем. Мы пишем в тетрадках. Математика, рисование, много. Аппликации, лепка. Ну, рисование, лепка, вырезаем, еще что мы делаем, клеим. Мы иногда лепим, мы из бумаги делаем что-то. У нас
проходит занятие лепить, резать, делать поделки. Рисование. Красками рисуем. Физкультура, музыкальные занятия, еще просто занятия. Ну и делать поделки. Сейчас мы будем делать самолеты для пап. Потому что преступников ловить. Что и кем? Я много кем хочу стать. Ученым. Потому что он умный. Я хочу лечить животных. Потому что мне очень сильно нравятся животных, и я хочу их вылечать. Доктором. Потому что это никогда не надо торопиться. Пожарным. Потому что мне нравится приносить пользу городу. Еще не знаю. Полицейский, чтобы потом уволиться и стать губернатором. Пожарным, потому что он мне нравится. Пожарным, потому что... А, нет, я другим хочу стать. Я перепутал. Строителем. Я хочу стать строителем, потому что мой папа строитель. Врачом. Я буду лечить зубы пожарной, потому что мой папа работает пожарным. Я вспомнил, как хочешь стать пилотом, потому что я люблю мистери. Сыщиком, потому что мне нравится все искать. Надую даже прыщик на теле у слона. Я хочу работать в полиции, потому что я люблю бегать. Я хочу стать в приюте для животных, хочу работать. Потому что у меня дома собачка, а я ее постоянно глажу. Просто я хочу других еще питомцев, у меня еще муравьи есть. А мне надо целый дом животных. Я буду рисовать картины. Хотела бы стать, где ухаживаю за лошадями. Лошадьми. Я очень сильно люблю лошадей. Я буду пилотом военного самолета. Тренером по воздушной гимнастике. Потому что мне нравится туда ходить. Это как-то швеей. Потому что я люблю всякие сумочки шить. Субтитры сделал DimaTorzok.
понравилось, я сегодня приехала вам с Петей, Кришей, с Тимошей, с Вадимом и все. Друзьями. У меня пока нет друзей. Я со всеми дружу. С Тимошей. С Тимошей, с Матвеем, с Ариной, с Мерой, с Миланой. С Кирой, с Ульяной, со Златой, с Миланой. С Петей, с Сашей, с Артемом. Со Стешей, с Тимошей, со Сеней, со Москвой. С Вадимом, он заболел. Со Сеней Глеховым. С Матвеем. С Алисой Жердак. С Алисой Новоселой. С Варей. С Сашей. У меня много очень друзей. С Алишей, Полиной, Ульяной. С Арсением Сарастином, Арсением Глеховым. С Миланой. С Тимошей, с Климом. С Евой, с Ариной. Злата, Алиса, Лера, Арина, Стеша, Тимоша, Арсений. Лиса с Сашей, с Петей, с Вадимом. Осенний походин. С Ариной, с Тешей, со Златой, с Миланой. Теша, Ева, Лера, со всеми, кроме Клима. Как я рад, что отправлюсь в детский сад. Дети, чтоб постарше в школе. Ну а я бездельник, что ли? Папа с мамой на работе дяди, тети. Ну а тот, кто не усат, тем дорога в детский сад. Там нас ждет веселый воспитатель. Там нас ждут забавные друзья. Игрушек новых вечный испытатель. Это кто? Конечно, я! Как я рад, как я рад, что отправлюсь в детский сад. Дети, что постарше в школе. Ну а я бездельник, что ли? Папа с мамой на работе. На работе дяди, тети. Ну а тот, кто не усат, тем дорога в детский сад. Добрые, родные. И драться не разрешают, толкаться не разрешают. Они очень добрые. Добрые и хорошие. Но Алия Мараджановна любит, когда мы не шалим и не кричим. И она очень любит, когда мы сидим за столами просто. А Светлана Владимировна любит, чтобы мы тихо играли, но, ну, и чтобы мы спали. Они хорошие. Они строгие, бывают добрыми, бывают веселыми. Добрые, хорошие. Они очень добрые. И всегда помогут в беде. Они нас любят. Хорошие, добрые и воспитанные. Светлана Владимировна добрая. И часто бывает злая. А я Мазанова. Она тоже такая же. Добрая. Хорошие. Милые,
Они нас любят. Они очень добрые и хорошие. Всегда помогают, когда кто-то поранился. Свободные и добрые. Часто мы их не слушаем, но мы их часто слушаем. Ну, хорошие, добрые. Мне нравится. Хорошие, добрые, красивые, милые, ласковые. Ну, нормальные. Светлана Владимировна, Лям Горячанов, Светлана Федоровна, это не воспитать. Хорошие. Добрые. Больше не знаю. Хорошие, добрые. Аля Мазарна, Саня Фадри. И Саня Дюна. Они нас любят. Добрые и бывают злые. Они добрые. Любят нас всех. Дорогие мои дети, дорогие мои солнышки, любимые солнышки, малыши-карандаши, как я вас всегда называю, я желаю вам в будущем всего самого наилучшего. Пусть вам встречаются верные друзья. Пусть у вас будут только пятерки. Иногда разбавляйте их четверками, можно и тройками. Вы всегда будьте в моем сердце. Я вас очень-очень сильно люблю. Удачи! Дорогие мои воспитанники, что я вам хочу сказать, что пожелать? Чтобы вы были счастливы, чтобы активно росли и развивались, находили новых друзей и весело шагали по этой дороге жизни. Удачи вам во всем. Я вас люблю. И жду всегда с нетерпением. Люблю и обнимаю крепко. Ваша Алия Мураджановна. Боже. Я гречку, я на чеснок и лук. Я люблю молочную кашу. Творожная запеканка с макарошками. Яблоки. Суп, борщ. И моя любимая каша в садике – это пшенка. Омлет. Творожная запеканка. Творожная запеканка. Творожная запеканка. Макароны с котлетой. Голубцы с котлетами. Я люблю плов. Омлет и еще гороховый суп и борщ. Но еще там рыбка. Я люблю суп. Творожная запеканка. У меня омлет. Манная каша. Макароны. Я люблю фрукты в садике. У меня любимая еда перловка. Борщ. Ура. Перловка. Очень.
la 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 la. Взрослые общаются от детей, потому что у них работа, они зарабатывают деньги. А дети, они бегают, играют. Они отличаются, что взрослые больше, а ребенок меньше. Еще ребенок хочет играть, а взрослые работой занимаются. Я не знаю, но я не знаю пока что. Ну, взрослые сидят на стульчиках, а дети играют. Взрослые умеют детей. Взрослые старше детей, потому что. Тем, что взрослые, они высокие. И тем, что взрослые еще побольше знают, чем дети. Потому что взрослые большие, а дети маленькие. Ну, взрослые, они большие, а маленькие, они маленькие. Дети маленькие, а взрослые большие. Что они ростом больше и умнее. Взрослые много кушают, а дети меньше. Взрослые работают на работе, а детей отвели в взрослый садик. Хочет на работу, а мы нет. Не знаю. Они выше, чуть-чуть поумнее. Не умеют готовить, ухаживать. Они растут. У них больше ума. Дети, они меньше, и у них, и им хочется шалить, а взрослые, они серьезные, заключенные на работе и большие. У родителей тарелка больше, чем у детей. Взрослые больше знают, чем дети. Потому что они выше, а мы младше, мы ниже. Не знаю. Что взрослые лица не похожи на детские. Потому что дети маленькие, а взрослые большие. Ребят, укладываемся спать. Мы пошли за книгой. Все. Воспитатели ушли.
тем, что в садике спят, а в школе нет. То, что в школе нельзя играть, а вот в садике можно. Потому что там уроки другие. ЭПЖ. Ну, в садике можно играть, а там весь день уроки. В садике можно шуметь, а в школе нет. В школе надо много учиться, а в садике ты подготавливаешься к школе, но тут можешь поспать, а в школе нет. В садике спать можно, то для детей. От школы тогда взрослые дети ходят. Ну, в школе не тихий час и нету. И в школе еще уроки, а в садике уроков нету. В школе дают новые знания, а в садике просто говорят. Ну, в садике можно спать, а в садике... А в школе нельзя. Сколько только один у нас комнат, там много занятий. В садике спят и играют, а в школе занимаются и ходят в школу сами. Ничем не отличается, там кормят и здесь кормят. В школе всегда перемены, где можно кушать столовки. Там всегда есть спортивные... Полтенный зал всегда есть, а спать на уроке нельзя. Будем учиться надо, а в садике нет. В садике надо спать, а в школе нельзя спать. Ну, в садике играют, там можно играть, там весело, друзья. А в школе только уроки, учеба. В садике можно играть. Тем, что в школе надо сидеть и отвечать, когда стоят в садике играть. Это ж там пораньше собирают. Там и все сложно, и там больше сидишь на уроке. Что там невозможно поспать в школе, а в садике можно. Не знаю. Пойду в школу. И узнать, о чем эта ситуация. Что в садике занятия проходят короткие, а в школе длинные. То, что в ней учатся, а в школе еще только начинают. То, что в школе учатся, а в садике учатся тем, то, что, чуть-чуть.
погуляли. Ты хочешь еще? Как мы играли с друзьями. Как мы смешили друг друга. Я грустился, что мы не перерисовали, играли, спали, кушали и на улице гуляли. Мы играли, если буду скучать. Ну, у нас много видео про садик. Там летом снимали, когда мы еще помоложе были, когда мне еще 4 было. Я буду вспоминать друзей. Буду вспоминать, как мы играли, спали, ели. Я буду вспоминать, как мы тут спали. Но то, как я играл, как я затюбался. Там вкусно кормили. Там вкусно кормили. Буду вспоминать, как он выглянул, как он выглянет, буду вспоминать о своих друзьях, какого я пойду в другую школу. Как меня кормили, как я спал, как играл. Может, я с Матвеем там играл. Даже я помню те, когда мы с ним на крышу даже домика забивали. Воспитатели. Где мы там всегда занимались работами, да я пап, и еще занимались по тетрадкам. Как мы гуляли, как мы играли. Я буду вспоминать, как я спал. Как мы с друзьями играли, рисовали, занимались. Как я играла, как я общалась. Как мы вместе развлекались. Милану, может. Не знаю. Ну, да тут вспоминать нечего. Я буду смотреть видео и фотографии и вспоминать наш детский сад. Как я играла, как я ем борщ. Спальня. Игрушки, занятия, коробки. Как я здесь спала, как я здесь кушала перловку, и как я здесь играла. И друзей буду вспоминать. Различать. Вы нам рассказали не просто.
нашем городе родном. Спасибо за все. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем городе родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем городе. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем городе родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем городе родном. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?